А вот смотри, Ромчик, смотри, какой этот. Старая-старая, сколько ему лет, я не знаю, наверное, лет 400, наверное, если не больше. Дом он как заросший. Дома, глянь, какие. Что-то я, когда в Ганновере была, такого, ну, как, они за городом были, а в городе более современное все. А тут, он, глянь, вышла, улочка. Опа. Проулочек такой вот. Капельганс. Капельгас. О, видишь, старые-старые дома. О. Ой, а тут? Так, надо перейти опять на тротуарчик. Тут даже вот ходить не почем, потому что он машины не могут, если едут, разминуться. О. Видишь, солнечные панели почти на всех домах. Немцы себе добывают электричество от солнечных панелей. Так что вот такие вот домики друг на друге. Там шли, мужик сидит на скамеечке, а напротив окошко сразу же. Вот. Мы им завидуем уровню жизни, может быть, у них, конечно, лучше, чем у нас. Они завидуют нашим просторам земельным. О, здесь вот более попросторнее так. Куда идти? Так, отключаюсь. О, еще башня какая-то.